каким чувством едут в Москву на заключительный этап конкурса «Это у нас семейное» команды-финалисты из Самары. Цели мы ставим высокие, вот. Но для нас главное оставаться человеком. Что объединило несколько семей в одну дружную команду. Любим свою страну и гордимся ей. Мы любим детей. Да, мы очень любим детей. Это у нас семейное. Какие новые возможности открываются перед смельчаками, решившими участвовать в народном всероссийском конкурсе? Благодаря этому конкурсу наша семья стала точно крепче, точно сплоченнее. Мы намного больше узнали друг о друге. Россия – страна возможностей. Вот это действительно так. Это действительно страна возможностей. Ты можешь проявить себя и в той, и в другой сфере. Но только трудись. О подготовке к финалу конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «России – страна возможностей» рассказывают представители самарской команды Бербасовых-Бочковых. Смотрите программу «Город С» 5 июля в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».